Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть за Байненного Айзека Афтербёрд, и вот персонажем три знака вопроса нарероллил, что первым артефактом попался грибочек, который повышает все характеристики. Правда, и морда толще стала, но это такое. Зато стало на одно сердечко больше, а самое главное, что на дамаг стал чуток больше. Вот это, по-моему, важнее. Но, конечно, этого мало. Надо все равно еще больше дамага. Порадуй нас чем-то. Амнезия. Вот это порадовало, так порадовало. Если что, вот такой сид. Не знаю, к чему это, но пускай будет. Ну, вдруг. Да ладно. Где уже этот вас, ваш босс? А... Плохо. А бомбу дадут? А дайте бомбу. Тут камень с крестиком. Ну, как же без бомбы-то? Две бомбы. Спасибо, спасибо, игра. Ты любишь этого персонажа, нет? Ну, думаю, нет. Ну, типа, да. Конечно, любит. Как же не любить такого няшного, кавайного... ну, как бы, зомби. Это типа зомби, только на нашей стороне. Вообще непонятно. Зомби ли это какая-то мумия? И чем они вообще отличаются? Стоп. Стоп, 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 взорвать. Взорвать, взорвать, да. Надо было взорвать, чтобы... Не надо было. Вот где надо взорвать. Вот тут взорвать, так взорвать. Взорви его, взорви. Ну или так. Серое сердечко было бы больше, но... Так вышло, что... Так вышло. Бомба-то осталась. Не знаю, где тут секретная комната. Да, в общем, давайте бить врага. Наш персонаж даже чуток больше, чем это... Мумия. Война двух неживых. Ну, он, наверное, не живой, насколько я понимаю. Не совсем живой. У него нету души, так что... В общем, все сложно. Бренное тельце задохнувшегося Айзека. Вот сейчас не весело. Зачем давать повышение здоровья, если это все так... Ни о чем этому персонажу. Вот дамаг бы повысить, полет и какой-нибудь генератор сердечек. Вот это было бы здорово. А, но нет. Да, но нет. Ключик есть, ключик-то есть. Ключик-то есть, но... Но нет. Ключик нужен для артефакта. Ну, впрочем, взорвем. Все равно будем взрывать. Удачно-то как? Ну как? Не так, чтобы удачно. И по-прежнему никакого дамага усиления, кроме первого грибочка, ничего. А ключик? Может, ключик дадут? Дадут ключик, пожалуйста. Ключик? О, нет. Ключик нам нужен все равно именно для комнаты с артефактом. Вот этой. Ну, если дадут еще один, можно попробовать открыть золотой сундук. Вдруг там усиление дамага? Ну, вдруг. Но нет. Тут и такое, и скорость выстрелов... Скорость полета слезинок, вот так бы я сказал, повышена. Хорошо. Шприц в голове. Бедняга. Но учитывая, что он все равно не живой, какая разница? Или он живой? Двигается, плачет. Вообще-то, если плачет, то, наверное, живой. Как все сложно. Но зато мы можем открыть тот самый золотой сундук, который окажется сундуком с... Хотя бы вернулся обратно ключ. Ну, да, правда. Где-то тут еще есть магазин, не знаю, 10 монеток, что можно купить на 10 монеток в магазине. Такого прям важного. О, камень с крестиком. Стоп, стоп, стоп. Давай, 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 давай. Бдыщ! И там паук, ну это ладно. Главное, что серое сердечко, а вот не главное, то есть плохо. Эй! Ну как они зажали со всех сторон? Ну как тут быть? Еще небось целое сердечко отожрали. Беспардонные толстяки, негодники, вообще фу. Ну ладно, в общем. Магазин, пожалуйста, заходите, берите, что хотите. Что хотите, а тут ничего такого и хотеть-то не надо. Ну, серое сердечко можно взять и ключик на следующий уровень. Все. Ну и на всякий случай вот это взорвать. Не хочу их разбирать. Идем к боссу. Это маленький рыжок. Тот самый, который известный
дырами, телепортацией, черной штуковиной, которую он из себя испускает. Давайте уберем вот это. Костер, который мешает. Все, теперь ничего не мешает. Теперь только помогает. По крайней мере, не стреляет по нам, так что это считаем за помощь. Just do it. Ой. Ну или так. Желтый шприц. Вот это меня печалит. Я его не хочу трогать. Это что-то плохое. А тут... Ну, пожалуйста. Ну, все такое дорогое, как будто... Ну, зачем такое дорогое? И все усиливает дамаг. Ах вы. А сколько же там сердечек, я и не знаю. Что из них сильнее усиливает дамаг, я, честно говоря, не уверен. Но, предположим, это минус 3 сердечка. Плохо. Это минус 3, но плюс 3 черных. А тут я даже не знаю, сколько сердечек-то останется в итоге. Ну, типа, дамаг вообще сейчас запредельный должен быть. Как я себе представляю, а он... Ну, не знаю, насчет запредельности. Ну, хотя бы парочка сердечек осталось, было бы хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста, парочка осталась. Окей. Curse of the Blind, мы не видим, какие артефакты. И вот это хуже всего. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Казалось бы, дамаг вроде как запредельный, но улетной крутости не видать, как в Кунг-фу Панде. Обидно, слушай. Надо, наверное, чтобы он чаще стрелял. Значит, с дамагом вроде нормально. Ну, вроде. Может, я что-то не понимаю, но более-менее. Неведомый артефакт. Вот что это такое? Взять бы и взять, но мы не можем. Сундучок. Монетки, только не на шипы. Ой-ой-ой. Ключик, ну, пускай лежит. И тут магазин. А что нам магазин с четырьмя монетками? Не совсем понятно. Какой-то ужас. Со всех сторон. Ну, как-то так. Итого. Магазин. Ну, давайте глянем магазин, потому что уже дошли. Давайте глянем. Неведомо что. И по 15 монеток. Мы возьмем серое сердечко, потому что это ведомо что. Феромоны. Такое. Ключик, скажем. Но тут нельзя проверить. Ладно, взорвем тут, потому что... Ну, вдруг бы там была секретная комната. Конечно, ее там не было. А что тут у нас? Ну, как бы да. Золотой сундук и... Но нет. Ну, что так долго-то? Добивай. Мне казалось, тут тупик. И, возможно, тут как раз секретная комната. Но, может, и нет. А. Что-то мы как-то долго идем. Не знаю, как насчет Blue Womb, успеет он или нет. Секретная комната, в которой 3 монетки. Такое. 3 монетки. Ну, как-то так. Надо быстрее. Faster, harder и все такое. Хардер, может, не надо, а вот фастер надо. Что такое-то? Что это такое? Это фекальное прикосновение. О, тут прям артефакты один другого лучше нам попадают. А ну, не прыгайте на нас, гадкие пауки, особенно ты. Он взрывается, нет, он не взрывается. Он синий, потому что у него есть мухи. А вот как это взорвать? Тут надо бомбу, а бомбы нет. Ха-ха-ха-ха. Кто-то все бомбы потратил. Ну, чисто в теории, может, выпадет одна бомба. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Нету бомбы. Нету бомбы. Хать! Обломись. Ай. Ничего не знаю, пошла вон.
Вот гаденыш таки настиг. Ну и минус сердечко, половинка сердечка. Неведомо что, что это, снэк. Ну вот это сердечко вернулось, как бы. Ну здрасте. Ну вот здрасте, мордасте. Вот вас-то нам и не хватало. Я все думал, когда же карамбус этот появится? Ай. Только не крути ее, не крути. Все будет хорошо. Узбагойся. Как нам его выцеплять-то? Ай-яй-яй-яй. Не крутись. Представь, что ты в школе и сиди на уроке, не крутись. Все. И это оказалось... Башка карампуса. Ну, пускай будет башка карампуса, почему нет? Только одно черное сердечко. Еще бы одну бомбу. Но нет. Все, обойдено там. Сундучок, конечно, был золотой. Могла там быть бомба. Или полет. Или ничего. И мы пойдем дальше. Так, уровень какой уже? Уровень 4. Ну, худо-бедно на босса рано успеваем. Нет, уже даже не золотой сундук, уже просто так, типа. Ой-ой-ой. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Ну давайте, восставайте из-под своих черепов. Вот они, эти бомбы, когда они были нужны, они... Как бы игра говорит, да, бомбы будут уже... Блин, уже выслали вам? Ну ждите, только в следующем уровне. Ой, чуть попал! Я спокоен. Ну, как тут жить с этим? Вот, что это такое? Ага, да-да-да, вот так и было. Привет. Ку, до свидания. Гррр. Ну, как-то так. Да что это у них такое-то с этими турельками? Еле-еле. Оказалось, что тупик. Зачем вообще сюда было идти? Ах, обидно. Досадно, ну ладно. Ну это как хорошо. Само все взорвало, и я тут ни при чем. И секретная комната, которая... Нету! Вот сейчас обидно. Вот что там в том сундуке? Что в том сундуке? Что? То неизвестно. Поэтому глянем, что в этом сундуке. А в нем ключ и монетка. Такое. Я думаю, секретная комната будет вот тут сверху. Я так себе представляю. Ну вот. Немножко денег. Это чтобы в магазине что-то прикупить. Как раз есть лишний ключочек. Ключик. Ключик. И что нам тут выпадет? Вопрос. Во-первых, не очень червь. Ладно, давайте глянем, что тут вначале. Не очень все. Ладно, возьмем сумочку, которая дает всякую ерунду по мере того, как дует по морде нашему персонажу. Тоже весело. И дебильный червь. Ну, не очень. Просто мне не нравится концепция его использования. И что тут сделаешь? Ничего, просто дали, используй. Или мог бы не брать. Это хорошо. Да блин! Вы это там, того? Эй! А вот полета-то и нету. Где-то что-то упущено с этим полетом. Вот жалко. Может, карта попадется полета? Хотя бы подобрать монеток. А может и нет. Невероятная удача. Вместо 8 монстров 4. Ну, кто сказал, что их будет 8? Ну, я предположил, что такое могло было быть. Такое могло было быть, если бы была бы двойная комната 2 на 2. Так-то, конечно, нет. Что тут такое? Зачем ты сюда зашел? Зачем? Секретную комнату ищешь? Да, она тут. Нет. Зачем ты сюда зашел? Искал секретную комнату. Ее и тут нет. Все, пошли они вон. Ух ты, толстяк. Привет, толстяк.
Пока, толстяк, все, до свидания. Ну, быстро, нет, чё. Да. На одно серое сердечко повысилось здоровье. А чудесно. Проклятие темноты. Да, конечно, нет. Вот, вот сейчас вообще не весело. Что-то их много, и все двигаются. Не нравится мне что-то это. Так это у нас какой уровень-то? Глубины, часть первая. Да. Окей. Окей. Сколько же их тут есть? Невероятный ключик. Вот тебе здрасте. У них есть такое. У нас тоже есть такое, но заряжается оно как атомная война, долго и дорого. Зато убивает тоже неплохо. Сюда, наверное? Вообще не уверен, но возможно и сюда. Как вот внезапно. Мне казалось, что это карта Stars, телепортация... Джадмент. Давайте глянем. Джадмент. Нет, такого джадмента нам точно не надо. Он будет жрать серые сердечки. Вообще это плохо. Если бы, конечно, такой был попрошайка. Итак, Старс — это телепортация в комнату с артефактом. Это, оказывается, помощник, который... Вот этот. Вот этот помощник. Который должен атаковать врагов, но он атакует тупо. Потому что он не понимает, когда атаковать. Что надо сразу атаковать. Сразу атаковать надо. Это мой любимый персонаж. Три знака вопроса. Просто он супер чудесный. Порадуй пилюли чем-то. Эксплозивы и диарея. Вот уже порадовал. Ну и хорошо. Все само взорвалось. Я тут ни при чем. Ай. Ой. Ну и ладно. Че тут? Нет, серьезно, уберите их всех. Задел. Задел опять какая-то. Пока задела и какая-то внизу вылезла ерунда, меня сбила с толку. Этот гадкий Bundle Stars. На. Ой. Вот сейчас было опасно. Может, дадут черных сердечек? Карта. Удваивающее количество ключей, но как бы, ладно. Хоть бы одно черное сердечко, слушайте, наглость. Ключик, ну здорово теперь. Теперь-то заживем, что тут у нас? Fallen, терпеть тебя ненавижу, но что сделаешь-то? Да блин. Как-то вот так, что это такое? Неужели это полет? Теперь у нас Ктулху это, вот что это такое. Ну, да, но... Ну, ладно. Магазин так и не найден, и... Ну, ладно. Зато полет. Полет и... всякое. Но надо больше дамага. Надо было все-таки поискать магазин. Но зато теперь полет. Что дают Magician? О, хорошая вещь. По-прежнему не хватает самого нужного генератора сердечек. Какого-то. Да любого. Только не красных, понятно. Ну что ж такое-то? Сколько ж можно-то? Там и так этого здоровья кот наплакал. Ну, серьезно. Нет ничего. И то выбивают. Ой, так еще маски. Чего-то не хватает, вроде бы все классно. Летает эпически. Дамажит, ну так себе, нормально. Ну, маловато, конечно. Не хватает какого-то особого способа стрельбы, чтобы вот прям... Чтобы прям вот. Но нет. Блин, какие большие... Да что ж такое, ну каждый раз! Сколько осталось сердечек, интересно. Давайте это взорвем. И нам за это ничего не дали. Спасибо.
Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что ты его тут вот взорвал и поставил эту пакость. Здорово. Пилюля с эффектом перкс. И пилюля с эффектом speed down. Чуток медленнее, но это не страшно, потому что и так у него было со скоростью слегка перебор. Гадкая мяукающая фекалия, да еще и черная. В магазин. В магазине оказывается вот такое, ну что, только вот это можно взять. Даже нету серого сердечка, что обидно. Но это усиление дамага. Да, это усиление дамага. Эй-эй-эй, не стреляй. Не стреляй, брат, слышишь, не стреляй. Он такой, не брать ты мне. Ктулху летающие. Так, а почему спектральные слезки не пробивают сквозь эту загадочную маску? Ну и ладно. Ну и не надо. Не очень-то и хотелось. 19.43. Ну, да. Босс Раш, извините. Нет. Кто? Кто-то остался? Где? Кто еще? Че не пускают-то? Денег нету! Ёлки-палки. Нету денег. Денег у них нету. У них, оказывается, нету денег. Куда? Будем взрывать. Нужны черные сердечки и побольше. Ну, плюс тут артефакт какой-нибудь. Надеюсь, хороший. Это последний артефакт, который мы можем найти. Но... надеюсь, хороший. В принципе, да. Это тот самый отравляющий выстрел, который позволяет создавать черное сердечко при подыхании противника. Ну, в этом что-то есть. Вышли, зашли, до свидания. Кто такое? Джокер. Тут кто такой? Иерофант. Отлично, серые сердечки. Больше серых сердечек. Джокер, две штуки джокеров, что-то много. Колесо удачи. Ну, такое. Джадмент. Вот, попрошайка за деньги, но тут самое веселое, что денег нет. Денег нет, извините. Вообще и не предвидится. Джокер, ну глянем, что за джокер тут у нас. Джокер вот такой. Такой джокер, серое сердечко, еще серое сердечко, еще... Что у нас? Все влезли. Ну хорошо, больше серых сердечек. Джокер мы еще используем, возможно, где-нибудь дальше. Короче, денег нет. Обидно. Что-то нечасто из них серые сердечки выпадают, которые черные. Которые при отравлении должны появляться. Ну, может, они не успевают отравиться. Наверное, так. Где тут мамаша-то ихняя? The mother of всех monsters. Ты так сказал, круто. Блин, блин. Ну, оно что, не понимает? Ать. Ну, такое идут что-то. Зато 6 монеток. Между тем. Хагалас. Хагалас. Что-то не очень. Ну, ладно. Казалось, что тупик. Они умные. Они знают, что если не достаешь так, то надо выстрелить туда. Вообще никуда не годится. Так, что-то я так чувствую, мы такими темпами не успеем ни в какую... Как ее называют? Как она называется-то? Blue Womby. Да. Некая карта, которая Magician. Ну, Magician, ладно, потом. Да бог ты мой, сколько их тут. Черное сердечко, прелестно. Все-таки оно есть. Именно на этом можно попытаться пройти Blue Womb. Но только если... только если успеть. Попробуй тут успеть-то. Диджищи. Окей. Что такое тут? Ноги тут разложила свои. Двадцать три. 7 минут на 2 уровня. Если знать карту, то тогда еще куда не шло. Свободно. Черные сердечки у этого мы были и...
Ну, например, это взять нам все равно, чтобы взять, лишь бы быстрее. Блин, 4 минуты, мы как-то перебор. Ну, тут искать, естественно, только... Эй! Только сразу искать, где же босс. Неведомо что. Тут же Джокер. Глянем, что тут за Джокер. Тут Джокер не очень. Даже не знаю, зачем он там. Это нам и не надо все. Мы не будем тратиться тут. Ну, тут была еще карта Джокер. Хотя я так подумал, ведь можно было и взять. По идее, у нас сейчас будет черных сердечек, просто тьма тьмущая. Что-то я не вижу ничего хорошего в этом прохождении. Где? Где эта ихняя мамаша прячется? Какая мамаша? Это еще не тот уровень. О, точно. Просто глянуть, что тут. И хорошо, что нас выкинули отсюда. Нам туда не надо. Какой большой и противный червяк. Получи же. Да, черных сердечек теперь будет прям тьма тьмущая. И это хорошо. Надеюсь, нас перекинуло туда, куда надо. А можем мы просто пробежать? Если бы я знал наверняка, что именно туда надо, было бы... Да, было бы полезно пробежать. Ну, я-то не знаю. Туда ли это вообще? Тропинка, летов в тупик, надеюсь, не в тупик. В тупик. Обалдеть, это тупик. Казалось, что тут тупик. Ну и зачем такое делать? Я же должен успеть этим чудо-персонажем в Блувом. Что ты тут скрываешь? Тот самый поворот. К боссу, небось. Не босс. К боссу, не босс. Нет, это не тот... Вообще ужас. Зачем это нам такое? Ну, как тут быть-то, как быть? Я думаю, что не сюда, вот сюда, да. Надо просто быстрее пройти, поэтому вот так. А бомб-то и нету еще теперь. Быстро прошел? Вообще быстро. В какую тут сторону идти? Я не знаю. Кто знает? Никто не знает. Спасибо, всех все сдохли там. Нет, какой-то гадость осталась одна. Красное сердечко выпало. Ну да ладно. Еще кто-то остался. Ну такое, да. Ну что сделаешь? А что не всех убило? Это странно. Это было странно, ну ладно. Гигантская комната опять. А в 29 надо уже быть у мамаши. Бомбы нет. Конечно, бомбы нет. Отлично, черное сердечко. Хоть что-то выпало. Я вот что думаю. С таким дамагом, наверное, Блувом будет тяжеловато проходить. Кто еще остался? Кто? Где? Одна маленькая фекалька и все портит. Ах ты, фекалька. Так, пуш ты... Как специально, да? Заметили? 26.50. Блин, 27. Я не уверен, что все так хорошо получится, как я себе радужно разрисовываю в голове. Ну, попробуем. Спасибо! Так и знал, что так и будет. Где эта пакость? Давай, давай, быстрее вылазь. Надо ее бить, эту гадость. 3 часа. Двадцать семь. Хм. Да. Отлично, сдохло. Это мы взяли и пошли быстренько. Быстренько пошли. Успеть бы. Куда идти? Наверное, сюда. Оказалось, не сюда. Понял намек. Намек понял. Извините, до свидания. Тогда сюда. Ну, черт его знает. Может, и сюда.
Гад специально выплаждает побольше этих своих червяков. Такое? Как я задел, не знаю, но надо бежать. Вот это тоже пакость. Давайте мы их пройдем побыстрее. Надеюсь, мы пройдем туда, куда надо. Лучше бы уже этих пройти. Задело и больно, да. Да что ж за ужас такой? Где? Наверное, сюда, босс? Совсем не факт, но может быть. Да что ж тут творится-то? Вот так вот. Это специальное такое действие, чтобы их всех растовокать. Ну давай, быстрее. Наверное, тут босс вот тут, блин. Ну да, тут уже так уже вышло. Не тут. Не тут-то было. А вот остается совсем немножко. Совсем немножечко. Значит, тут босс? Где ты, босс? Здесь босс. Может, и здесь. Блин, ну чуть-чуть надо. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Все, быстрее добивай. Отлично. Ну как отлично, не очень. Давай, давай, все, убиваем. Быстрее, осталось 30 секунд. Ну так надо, ничего, это как бы плата. 29, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, нет, 51, 52, 53, 54, успели. Блювомб. Ну вот. Фух. Теперь бы еще пройти блювомб. А это другой вопрос. Curse of the Lost. Мы не видим карты. Вот теперь-то тяжело. 99 бомб или Бларк? Давайте 99 бомб. Так, что тут? Карта Ловерс. Вообще ненужная. Карта Джокер. Джокер можно попробовать, но я не знаю, что он тут выдаст. Это может быть, кстати, совсем даже и не Джокер, в смысле... Может, ангел быть? Нет. Какой-то отстой. Который не стоит тех сердечек, которые на них потратить. Жалко. Обидно. Так, что тут? Самонаводящаяся бомба. А вот это интересно. Учитывая, что их 99. А, возможно. Серое сердечко. Это мы купим. И, ну, в общем-то, все. Мы еще купим вот это. И, наверное, что тут? То Space удваивает количество ключей. Ну, это ерунда, конечно. Вот и все. Вот и весь наш, так сказать, став. Хватит ли этого? Вот это вопрос. Это большой вопрос. Ладно, пошли биться. Эй, ты там, Blue Womp, который хаш. Выходи! Ну его же достает, правильно? А у нас пока нет. Вот сейчас вот неприятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Все началось, началось. Кошмар. Просто ужас. Ты тоже. Замедления нету, правда? Жалко. Вот теперь жалко, что нету. О да, больно. Блин, какой-то ужас. Без замедления это все проходить. Но нету, не было, не давали. Я-то чё? Да еще и морда у него толще, чем обычно.
нехорошо. Бомбы, точно, я забыл. У нас же самонаводящиеся... Спасибо, бомбы. Где же эти тонны черных сердечек, которые должны были попадать из монстров? Вот, что-то начинается. Надо чаще вот этих мух, наверное, дамажить. Черное сердечко, ничего не знаю. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Больно, ну ладно. Чё я вам скажу? Он еще черное сердечко, и как-то надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Больше, больше черных сердечек. Больше наводящихся бомб. Именно наводящихся бомб. Именно наводящиеся бомбы спасут. Может и нет. Да ладно, на своей же бомбе подорвался. Где эта наводящаяся бомба, которая должна навестись? Ай-яй-яй! Ну со всех же сторон, ну ёлки-палки. Ничего. Ой-ой-ой. Чё-то это перебор какой-то. Задето, больно, ну да ладно. Да, не так часто эти сердечки выпадают, но идут же потихоньку. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же тут быть-то? Да что ж такое? Тихо, мимо, мимо пролетайте, нас не задевайте, все хорошо. Вот сейчас вообще плохо. Вот вообще-вообще плохо. Это оно сейчас. Ух ты, ёлки-палки. Чё у них бывает-то? Да опять! Ой, капец, капец, капец! На последнем сердечке! Фух! Фейтривай, что-то там, да. Ну, основное пройдено. Больше ничего не надо. Ну, конечно, нет. Ну как, ну ёлки-палки, ух. Ну тяжело, что я вам скажу. Ничего защитного нет. Может, серое сердечко что-нибудь такое выпадет. Может, какая-нибудь комната. Давайте повзрываем. А вот нету. И тут тоже ничего не оставалось. Ну, ключик. Ключик нужен, ключик не нужен. Красное сердечко тоже не нужно. Может, из этого выпадет что? Ничего. Ну ладно. Значит, так и пойдем. Вот так вот с этим. Черных сердечек не выпало больше. Нет, жаль. Идем сюда.
Может, сейчас черных сердечек нападает просто потому, что... Почему бы нет? Нападала! Да. Ну, нападала сердечек. Просто потому, что вот они все. Но! Blue Womb пройден, а это уже большой шаг вперед. Рестартов, конечно, не будем делать. Exit, Escape, все, Escape. И теперь этим персонажем у нас, который... Три знака вопроса, где ты там, гадкий персонаж? Который из них он? Вот этот. Остается только Мега Нечистого пройти на харде. Мега Нечистого на харде. Ну, мало ли. Может, получится. Как-нибудь потом. Но был вам пройден. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!